28 июля – большой праздник и в православном мире – Крещение Киевской Руси. В этот день более 1000 лет назад князь Владимир навсегда определил вектор развития нашего народа. Этот праздник отмечают не только как церковное, но и как культурное событие. В Центральной библиотеке Красного Луча в этот понедельник прошел открытый показ фильма, посвященного Крещению Руси. Крещение Руси было для князя Владимира, безусловно, политическим актом. Во-первых, оно обещало союз связания. Принятие христианства было, кроме того, делом личного благочестия князя Владимира, потому что требовало от него перемены образа жизни, отказа от многоженства и других языческих.